Озвучка Джей Куб представляет. Хорошо. Run BTS. Как жизнь, Джей Хоуп? Как дела? У меня все хорошо. Выглядишь занятым. Так и есть. Сколько времени прошло? 10 месяцев? Почти столько же, сколько длится беременность. Как у вас дела? Спасибо за арбуз. Тебе понравилось? Он был безумно вкусным. А как же я? Где мой арбуз? Да ты все равно не съел бы его. А мне почему не дали? Мы недавно ели вместе мед. Было тоже очень вкусно. Я вам, парни, и мед дал. Халабон был такой вкусный. Впервые слышу. Когда это мы ели мед и халабон? Ты первым ушел. А Джин похож на корзину с фруктами. Хён, почему ты мне ничего не дал? Давал же. Ты забыл? Ты не взял. Ладно. Что мы сегодня делаем? Уверен, что он просто не взял. Мы очень рады снова вернуться на Run BTS. Может, поднимем тост в честь такого события и начнем? Ой, вы ведь знаете, что мы плохи в таких делах? Он безалкогольный. Да, тут нет алкоголя. О, правда. Безалкогольные напитки тоже очень хороши. На часах 10 утра, а мы уже пьем. Точно, сейчас полдень. Run BTS заставляет нас пить. А выглядит как настоящее. Просто осторожно. Нельзя ничего разбить с самого начала. Чонгук, ты так хорошо разливаешь. У меня всегда много пены получается. Чем больше пены, тем круче. Пейте. BTS. Оно правда безалкогольное? Ладно, что мы делаем сегодня? Что мы будем делать? Там реально нет алкоголя. Сегодня мы проверим, как много вы знаете друг о друге. Нет ничего, чего мы не знаем. Мы знаем все. Пришло время проверить. Мы знаем друг о друге все. Все-таки люди меняются за год или два. У каждого мембера наверняка что-то изменилось. И все эти изменения накапливаются и запаздывают. А Джей Хоуп стал выше. У меня обувь на высокой подошве. Около 5 сантиметров. А мне так неловко стоять рядом с ним. Мне стать джентльменом и опуститься? Было бы славно. Итак, мы сможем это сделать. Окей, словили связь, да? Конечно. Мы одно целое. Отлично, тогда перейдем к основной игре. Погнали, Run BTS. А действительно ли их мысли совпадают? Вот уже 10-й год с момента их дебюта. Давайте поиграем в разные игры, чтобы проверить, насколько хорошо мемберы BTS знают друг друга. Первая игра – письменный тест. Ай, легкотня. Ответ «I need you». BTS уже столько лет вместе, конечно, мы одинаково мыслим. Если мы говорим об одном целом, каждый мембер будет писать по одной букве ответа. Что, простите? Если вопрос прозвучит так, собственное шоу BTS, то мы пишем Run BTS по буквам. Получается, последние ничего не пишут, если буквы закончились. Чонгук первый, а я третий. Это игра на скорость? Нет. А, хорошо. Это тест на телепатию. С чего ты взял, что это игра на скорость? Просто показалось, что все как-то быстро идет. Первый вопрос. Хорошо. Шрёдингер доказал неполноту квантовой физики. Вы, должно быть, шутите. Что он сказал? А вы вообще о чем? Мы справимся. В эксперименте, что микро- и макроскопические миры должны испытывать одни и те же вещи. Как называется этот эксперимент? Кот? Персидский кот. С таким же успехом можно было сказать «русская голубая». О, минуточку, будут вот такие сложные вопросы? Наши, я знаю только шугу. Микро- и макроскопические миры? Эй, ответ в самом вопросе. Ответ в вопросе, Чонгук. Вперед. 1, 2, 3... Погнали. Ответ? Шрёдингер? Это ответ? Да. А что, правда? Да вы, парни, весьма умны. Как вы могли так недооценить нас? Думали, мы не знаем кота Шрёдингера? Я бы не ответил. Это был тренировочный раунд. У меня голова заболела от первого вопроса. Давайте следующий вопрос. Второй раунд. А мы начнем с Тэхёна. Какой у него номер? Наречие, которое описывает, как кто-то внезапно так испугался, что подпрыгнул. А, я знаю. А внезапно? Что это? Разве не хвадыльчак? Или это состояние? Ты такой умный. Все верно. Три слога. Чонгук знал ответ, как только услышал вопрос. А что же это такое? Ты знаешь это слово, хоба.
Пипец, я в шоке. Пипец, ты серьезно? И ведь не скажешь, что неправильно. А разве не это? Они специально нас запутали. Подождите. Вот это. Вот оно. Да. Хвадельчак. Раз, два, три. Хвадельчак. Ответ хвадельчак. Да, вы отгадали. Правильно? А вы уже написали дыль и чак. А давайте не будем произносить ответ вслух. Снова начнем с Чунгука. Окей. Как называется вид спорта, в котором игроки ногами пинают мяч? Через сетку без помощи рук. Это же то, в чем мы сильны. Именно. А ну тут два ответа. О чем это он? От Чунгука до Тэхёна. А что это? Всего пять слогов. А, оно самое. Знаете, волейбол ногами против... Да, что-то очень похожее. Это не волейбол ногами, да? Слово состоит из пяти слогов. Я не совсем уверен, что я прав. Звучит как гайродроп или что-то в этом роде? Есть такой вид спорта? Да, есть. Пляжный волейбол. Шайн Мускат. Давайте. Давайте просто напишем Шайн Мускат. Я не знаю. Будем считать это потерянным очком. Это оно? Кажется, Чунгук на верном пути. Это правильный ответ. О, обалдеть. Чунгук, ты мозг группы. Такой умный. Просто опишем. Мы одно целое. Просто примем, что ответ будет неверным и пойдем дальше. Раз, два, три. Все, простите, друзья, пак футбол. И что это? Кто-то написал футбол? У нас получился футбол. Ага. И каков ответ? Ответ Сипакта Крау. Впервые слышу. Ты написал, простите, друзья, Сипакта Крау. А вот, что-то новенькое узнал. А мы правильно ответили на два вопроса? Да, включая тренировочный. А приз будет? Хён, он олицетворение меркантильности. Джин, почему ты такой? Окей, это животное семейства оленевых. Бэмби. Желто-коричневый в пятнах. И с белым пятном на попе зимой. Кто это? Я знаю. Сколько человек должны ответить сейчас? Двое? Двое, да? Правильно. Это же Бэмби. Хоба, если ты ошибешься, я так разозлюсь. Да это легкотня. Белое пятно на попе? Это первое животное, которое приходит на ум, если подумать о белой попе. Правильно? Косуля. Парни, я прав. Пишите то, о чем я думаю. Я отправлю ответ по телепатии. Да, присылай. Вот. Вот так? Отправляю. Копа. Правильно? Все, кроме того, кому нужно знать, ответили на вопрос. Копа, ты знаешь? Отправляю тебе. Попа. Хоба, даже не называй себя корейцем, если не отгадаешь. Что ты делаешь, чтобы похвастаться после боулинга? Ты только усложняешь ситуацию. Не надо, не говори. Не думаю, что это оно. Хоба, просто почувствуй наш телепатический сигнал, который мы передаем. Первые два слога, которые приходят на ум. Два слога? Секунду. А сколько, по-твоему, букв? Я думал, три. Это водяной олень? Сказали же, что два слога. Просто пропусти. Ребята, пожалуйста, подарите много любви сольному альбому Джей Хопа. Водяной олень. А мы бы отгадали, если бы не Джей Хоп, да? Джин, пожалуйста, покажи ответ. Оно же, да? Правда? Хоба, остался только ты. Все ответили. Я не знаю. Раз, два, три. Что ты написал? Что у тебя там? Что ты написал? Какой у тебя ответ? Покажи, что там. Ты ведь не написал «са». Серьезно. «Са» легендарно. «Сару». Сару, издеваешься? Ты думаешь, это бейсбол? Ты не знаешь ежевика гребенчатого? Именно. Еще есть такая шапка. Простите, парни. Сару, ты шутишь? Последний вопрос. Отвечают все семеро. Это просто. Легкотня. Окей. Я досчитаю до пяти. Хорошо. До пяти и не слишком ли быстро? Нам нужно время, чтобы написать. У вас есть пять секунд. Окей. Пожалуйста, покажите вопрос. Вопрос на английском. Арми. Что? Что это? Я не знаю. Не знаете? А, окей. Арми. Слово на английском, которое вы хотите произнести после арми. Как можно не знать этого? Стойте, я правильно понял? То-то же. Я расстроюсь, если вы не знаете. Я увидел вопрос и сразу же дал ответ. Ах, это. Что это? Я не знаю. Я...
Джей-Хоп, ты в косуле ошибся? Как можно ошибиться и здесь? Понятия не имею, что это такое. Я сначала не понял, что это, и написал «Армии, вы мои». Вообще понятия не имею. Раз, два. Вы должны отгадать. Я понял. Понял. Я знаю. Один. А вы должны ответить. Два. Что делать? Не то. Это идеальный ответ. Кто-то неправильно написал? Это не Порохе? Я тоже это написал. Но там семь букв. Да, это Порохе. А разве это не Форева? Ай, так и есть. Армия Порохе. О, что-то... Что-то у меня... О, я тоже написал Порохе. Ответ не Порохе? У тебя все равно правильно. То есть, это не армия, мы любим вас? Нён? Откуда ты вообще взял нён? Некоторые из вас ответили правильно. Это что, Порохе? Так и должно быть. Не Форева? Не армия, мы любим вас, разве? Как ты вообще пришел к этому ответу? Там аж 9 букв. Моя «Ар» подходит и для «Форева», и для «Порохе». При любом ответе. Ага, это должно быть «Порохе». Я прав, будь то «Форева» или «Порохе». Ребята, это вопрос на английском. Получается, это не латинизированное корейское слово? Ай, как все сложно. Это должно быть «Форева». Конечно, это «Форева». Подсказка «Апу Банпо». Ваш ответ – это «Форева». Он, по сути, дал ответ. Мне ничего не нужно менять? Три. Покажите ответы. А какая у меня буква? Я второй или четвертый? Он не знает, какую букву ему нужно написать. Но мой ответ был правильным. Порохе? Да ну. Мой первый ответ неверен? Круто. Видите? Мой ответ был бы верен, даже если бы это было «We love you». А я тоже в любом случае был прав. Я должен был написать букву «V», да? Ответ «Forever». Кто-нибудь написал «Порохе»? Ай, как обидно. По сути, мы ошиблись. Это был тренировочный раунд, так как вопрос был на английском. В любом случае, у вас два правильных ответа, включая тренировочный вопрос. Ай, друзья мои, так грустно. Далее у нас практическая часть. А есть еще и практическая? Да, практическая часть, мы одно целое. Это одинаковые позы. Мы должны позировать, нужно двигаться. Я хорош в этом. Если я правильно помню... Мы просто ужасны в этой игре. Нужно уметь владеть своим телом. Начнем с самого простого. Может, сделаем тренировочный раунд? Сразу к игре. Итак, давайте играть. Хорошо, начинаем. Первый вопрос. Все просто. Человек, уронивший телефон на лицо, лежа в постели. У нас должна быть одна и та же поза. Человек, уронивший телефон на лицо, когда играл с ним. На кровати. А вы хотите, чтобы мы изобразили это? Да. Один, два, три. А вот так ведь? Надо же еще и лицом отобразить. Тютелька в тютельку. А я вот так делаю. Неправильно. Почему? Нужно повернуть голову в сторону. Я так и сделал, я повернул. Я поворачиваю голову влево. Ай! А я не поворачиваю голову. Просто делаю вот так. Что? Ты просто даешь телефону упасть на лицо? Я не поворачиваю голову, а делаю вот так. Это точно про тебя. А я в шоке, что ты не поворачиваешь голову. Серьезно, ты просто пытаешься быть смешным, да? Кто просто дает упасть ему на лицо? Даже если сонным уронить телефон, ты подсознательно повернешь голову. Намджун реально мог бы так и сделать. Что правда, то правда. А у меня есть вопрос. Если семеро уронят телефон на лицо, но повернутся в разные стороны, мы не будем считаться одним целым? Переходим к следующему вопросу. Снято. Вы отпили кофе, думая, что он теплый. А он оказался очень горячим. И снова корчить рожицы. Один, два, три. Но я не пью кофе. А я не пью горячий кофе. Все, кроме Намджуна, совпали. А что ты сделал? Что? Ты с ума сошел? Вот так же. Вот. Я так сделал. Как? Кто вообще так делает? Так, кофе прольется. Я не удивлюсь, если он прольет его, так что я отчасти понимаю. Кто так делает? Тогда ты обожжешь руку. Не удивлюсь, если Намджун позволит и руку обжечь. Тебе хочется выделиться сегодня, да? О, нет, нет, совсем нет. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос. Да, думаю, это правильно. Я постараюсь думать о том, как обычно делают другие. Я досчитаю до трех, а вы встаньте в позу.
Окей. А вы играете в интернет-кафе? Да, я в игре. Но тут внезапно выключился компьютер. Что? Подождите. Один, два, три. О, нет. А вставать зачем? Это очень нереалистично. Я не знаю, потому что меня там никогда не было, простите. Надо ударить по столу и вскочить. Да, именно вот так. Кто бьет по столу и встает. Ты просто говоришь «О-о-о», и все. Я бы растерялся и позвал сотрудника. Когда в интернет-кафе у меня выключается компьютер, я сначала смотрю на сотрудника за стойкой. А нет, сначала вот так. Была бы твоя реакция такой спокойной, даже если бы это была рейтинговая игра. На одном шоу NBC провели эксперимент на эту тему. Давайте посмотрим. Хён, ты... Я не играю и не хожу в интернет-кафе, поэтому не знаю. Я только в футболе видел, чтобы люди так реагировали. Окей, дела у нас совсем плохи. А вы, ребята, реально никогда не играли в видеоигры. Давайте покажем нашу лучшую актерскую игру. Это не должно быть очень сложным. Это распространенная тема. Щенок, который впервые за неделю встретился со своим хозяином. А думаю, хобби отлично получится. А здесь требуется понимание эмоций собаки. Я могу в точности повторить. Один, два, три. Они вот так делают, виляют хвостом. Настоящие собачки. А да, они вот так делают. Холли вот так постоянно делает. Да, это бам, точно. Все зависит от собаки. Тани даже этого не делает. Моя собака не очень-то рада меня видеть. Это действительно сложная игра. А сейчас вы получите балл, если у вас совпадут выражения лица. А вы подумали, что выиграли в лотерею, но номера оказались прошлой неделе. А, секунду. Да, просто скорчите рожицу. Да, сделайте такое лицо. Один, два, три. Не так? Парни, вы должны хмуриться. Да, хмурься. Что ты сделал? Вот, так ведь? Что ты только что сделал? Я был ошеломлен. Слезы. А мне было бы смешно. У всех разные эмоции. Я недавно купил несколько таких билетов. Правда? Да, лотерейные билеты. Выиграл что-нибудь? Нет, конечно. Понятное дело, что ничего. Мы ни разу не угадали. У нас было больше шансов в письменной части. Нет, у меня травма после косули. Сару. Думаю, на этот раз у нас все получится. Окей, да, давайте в этот раз делаем все правильно. Вы совершили ошибку во время танца и встретились взглядом с Джей Хоупом. Один, два, три. Твой рот. У тебя будет такой рот. Вот так, да? Именно. У нас получилось? Потому что у нас есть опыт. Каждый уже сталкивался с этим. У всех была такая ситуация. Ты танцуешь, а когда ошибаешься? У всех было такое. Когда сидишь, только ты. Все смотрят на хобби, когда мы ошибаемся во время танца. Это естественная реакция. Хобби везде, куда бы я ни посмотрел. Я не знаю, почему так. А самое смешное, когда хобби стоит позади меня, а я танцую впереди, то оборачиваюсь, чтобы посмотреть на него. А невозможно не отвести взгляд, когда смотришь в глаза хобби. Он так хорошо запоминает наши ошибки. Большинство людей забыли бы. И он приходит сразу после выступления и говорит: «Эй, ты там напортачил, да?» Да, обычно мы ничего не помним после выступления. Но с хобби это не работает. Съемочная группа, вы готовы? Что? Что происходит? А если это будет внезапный бой 7 на 7? Что за чушь? А думаешь, они бы так поступили? А нужно будет двигаться. Ну, а двигаться мне теперь очень интересно. А но вы наденете повязки на глаза и будете двигаться. Что? Правда? А зачем? Пожалуйста, принесите повязки. Ой, сколько реквизита. Что мы будем делать? Как сильно они подготовились к возвращению Run BTS. Пожалуйста, наденьте повязки. Что это? А вы, конечно, поднялись на ступеньку выше. Просто посмотрите, что они приготовили. Это грустная лягушка. Какой стороной? Какой стороной вниз? Что? Что такое? А наденьте их уже. Готово. Надевай. Все уже справились. Все надели, да? Да. Положите руки друг другу на плечи. Держитесь за плечи. Плечи. Держитесь за плечи. Джей Хоуп? Да, это ты? Да. Плечи, что это такое? Плечи, сделайте поезд. Иди сюда. Держать его за плечи? Пожалуйста. А я реально ничего не вижу. Маска заставляет закрыть глаза.
Мне кажется, я сейчас споткнусь. Что значит споткнусь? Мои пальцы попали кому-то в рот. Какая сложная у нас команда. Держитесь за плечи друг друга. Идем. А мы идем. Тэхён, мы отправляемся. Подождите. А мне страшно. А мы как будто собираемся играть в побег из комнаты. Почему ты не идешь? Подожди. Я потерял его. Я тоже его потерял. Я потерял плечи Тэхёна. Ну уже, что в этом такого сложного? Неужели идти вперед это так сложно? Одержите человека за шею вот так. Почему вы даже вперед идти не в силах? Стойте, если мы будем идти вперед, то врежемся в белую стену. Разве нет? Ой-ой-ой, помедленней. Что? Это пол? На полу змеи. Откуда они там? А мы же не сядем в лифт. А мы поворачиваем. Заходим за угол. А я уже могу сказать, что мы у лифтов. Мы в лифтовом холле. Мы зайдем в лифт. А, это он. Все верно. Лифт, заходим. Поверните направо, и мы окажемся в лифте. Мы в лифте, это так круто и так сложно. А неужели мы зашли так далеко? А мы что, снимаем American Hostel Life? А Джейн, думаю, нас одурачили. Это тур по хайп? Почему мы едем на B4? Ой, подождите. Снова держимся за плечи, друг за друга. Не думаю, что я должен идти первым. А это кто? Мы под землей. Это парковка? Да, это она. Теперь по очереди будем выходить. Начинаем с Тэхёна. Остальные подождут здесь. Подождите, очень страшно. Не думаю, что будет весело. Увидимся на другой стороне, окей? У меня такое чувство, что мы идем в квест-комнату. Не может быть. А можно снять маску? А, да. Вперед. Пожалуйста, отведите Тэхёна к его машине. Пожалуйста, сними повязку. Что, снять? Да. Пожалуйста, отведите Чонгука к его машине. Пожалуйста, проведите нам Джуна. Окей. Идем. Куда? Узнаешь, когда дойдешь. А кто здесь будет сидеть? Ви? Я буду один в этой машине? Только я? Почему? А мы что, все едем раздельно? Что происходит? Что творится? Что за дела? Что это за напиток здесь? Могу-могу? Мягкое и нежное настоящее желе, перед вкусом которого невозможно устоять. Могу-могу. Пока Шуга наслаждается бутылочкой могу-могу. Вкусно. Приходит загадочный предмет. Каждый получает конверт. Что, когда масштаб Run BTS стал таким большим? Run BTS стал таким грандиозным? Карточка с заданием, да? А не думаю, что мы когда-либо получали такое задание. Сохраняя спокойствие. Всегда. Нет, я не могу быть спокойным. Вау, не может быть. Мы правда это сделаем. Поэтому мы начали с тех игр. Все встает на свои места. Какова же сегодняшняя реальная миссия, которую только что получили мемберы? Сейчас мы официально начнем телепатию. Телепатия, игра в телепатию. Найди мемберов с помощью телепатии. Раунд заканчивается, когда все мемберы прибывают в свои пункты назначения. Но могут отправиться в другой и снова вернуться в следующем раунде. В их расположении любое место в пределах Сеула. А будет засчитано, что они встретились, даже если случайно проедут мимо друг друга. Раунд первый. Ключевое слово – настоящее веселье. Настоящее веселье? Настоящее веселье, говорите? Куда мне поехать? Это телепатия. А мне нужно найти место, которое знают другие мемберы. А где мы по-настоящему веселились? Что может быть настоящим весельем? Больше всего мне было весело с мемберами. А, настоящее веселье. А думают, когда же им было по-настоящему весело? Честно говоря, я понятия не имею. Настоящее веселье? Настоящее веселье? Это лето. Сеул? Да, место ограничено Сеулом. Ай, так сложно. Никто из мемберов еще не уехал. А настоящее веселье? А думаю, мне стоит поехать в Чамсиль. Вариант Джей Хоупа – Олимпийский стадион. Поедут ли они тоже в это место? Это может быть и наше общежитие. У них много приятных воспоминаний о днях юности. Прогулки по Анон Кёндону.
А наше первое общежитие? В старом общежитии было очень весело. Я думаю, я найду кого-нибудь, если поеду в старое общежитие. А в Нонхёндон, пожалуйста. Чимин выезжает первым. Я верю в вас, парни. Хорошо? О, он уезжает. Я верю в вас. Что он сказал? Давайте пока просто поедем. Нужно указать адрес. А, адрес? Но где же в Сеуле настоящее веселье? А где мне было веселее всего с мемберами? Я помню только работу и репетиции. Сеул. Я поеду в парк Ханган в районе Чамвон. Старое общежитие. Нонхёндон. Нонхёндон. Шуга, RM, Джин и Ви тоже отправились в путь. Просто сидеть и думать. Это делу не поможет. Лучше подумать еще раз, когда я приеду. Никто ведь не поедет на Олимпийский стадион или что-то в этом роде. Думаю, это Олимпийский стадион. Да, концерт. BTS и ARMY больше всего веселились на стадионе. Поехали на Олимпийский стадион в Чамсиль. Хобби тоже уезжает. Куда же они едут? А можно просто за ними поехать? А я схожу с ума. А я слишком много думаю. Стоит просто следовать своей интуиции. А может, поедем в Lotte World? Если подумать, то парк развлечений — это очень веселое место. И у нас остались хорошие воспоминания оттуда, когда мы были трени. Я не знаю, просто поеду. А если никого там не найду, просто покатаюсь. Чувство, что я совершаю ошибку. Мемберы, приезжайте в Lotte World. Раздает сигнал. Прием сигнала. А, точно. Настоящее веселье. Я вспомнил. Это Lotte World. Нам было очень весело в Lotte World. Телепатия действительно сработала. А на самом деле, в Lotte World мы отлично повеселились. Никакой же глупец не поедет в Lotte World, да? Там было очень весело, когда мы были трейни. Юнги пришлось уйти раньше, потому что у него болел живот. А оставшиеся шестеро поехали вместе. Но я очень надеюсь, что никто не поедет в Lotte World. А на ум приходит только Lotte World. Что? Открывает окно. Эй! Эй! Почему мы едем в ту сторону? А ты куда? Хён, что первое приходит на ум, когда ты думаешь о настоящем веселье? А может, стоит поехать туда, где можно что-то сделать? А где мы можем что-то сделать? А можно сменить полосу движения на эту? Итак, Шуга уезжает. Эй, Сеул, если в Сеуле какое-нибудь веселое место, почему мы не едем в ту сторону? Думаю, мы отправляемся в другое место. Это уже фиаско. А может, мы сможем повернуть машину и поехать в ту сторону? Куда бы ты хотел поехать? А без понятия, куда мне? Не думаю, что еду верной дорогой. Интересно, кого я там встречу? Как минимум одного должен встретить. Я уверен на 100%. По крайней мере, один человек точно приедет. Нет, больше одного. Это не похоже на фургон съемочной группы. А неужели никого нет? А реально никого? А нет, должен быть хотя бы один человек. А видите, съемочная группа уже там. Нет? Неважно. А две машины, похожие на эту, едут точно так же. А вы можете ехать за той машиной впереди нас? А у меня появилась надежда. Мы справимся, друзья мои. Давайте встретимся в нашем месте, полном воспоминаний. Если вы не приедете, я буду считать, что у вас там ничего и не было. Как думаешь, кто приедет в общежитие? Наверное, Шуга. Шуга. Шуга очень привязан к старому общежитию. У него с ним отношения. Любовь-ненависть. Шуга, который любил общежитие. А разве река Хана не самое веселое место в Сеуле? Я не вижу пока ни одной машины мемберов. А, вижу одну. Должен же быть кто-то, кто думает так же, как и я. Значит, это наша машина? Да, машина наша. Это фургон нашего режиссера. Разочарован.
Если бы все встретились в одном и том же месте, у меня бы мурашки по коже побежали. Одна минута до прибытия. Первое общежитие, где все началось. Река Хан, где он даже помнит бриз, которым они наслаждались вместе. Парк аттракционов, которые они посещали в молодости. Они все идут по дорожке воспоминаний друг к другу. О, за нами! Кто это? Приехал в общежитие на Нонхёндон. О, это оно! Ты здесь? Я так и знал. Хён, я знал, что хотя бы один человек приедет сюда. Я сделал точное предсказание. Я... Чимин тоже здесь. Эй, ты здесь! Конечно, а где же еще? Ты приехал. Какое облегчение. Сначала сюда приехали 3 человека. Я не думал, что ты приедешь сюда. Сначала я думал поехать в Лоти Ворлд. Я думал, что ты с Чонгуком поедете на Олимпийский стадион. Но я знал, что ты, Хён, приедешь сюда. Но я подумал, что вы могли бы поехать в парк. А и я. Так что мне реально пришлось задуматься. Я подумала о тренировочном зале. Да, я тоже. Хасок или кто-то другой мог туда поехать. Хасок ходил туда. Они сказали, что если мы встретились, то все хорошо. Как они могли не приехать сюда? Сюда, ну, просто нужно приехать. Это наша отправная точка, где все началось. Неужели никого нет? Но здесь же весело. А здесь мы выступали, давали концерты. Это Олимпийский стадион. О, я вижу машину. А я вижу фургон там. А вот это наш. Кто-то изменил пункт назначения? А я думаю, что это кто-то наш. Не может быть, кто это? Кто прочитал мои мысли? Или нет? А, думаю, нет. Ой, как неловко. Теперь он просто машет случайным машинам на Олимпийском стадионе. О, наверное, это еще один фургон съемочной группы. Как неловко. Шуга приезжает к реке Хан. А, вот, это место. А мой телефон. А выходит с большой надеждой. А разве это не одно из немногих мест в Сеуле, где можно что-то сделать? По-настоящему повеселиться? Где парни? И никто не пришел. Ай, жарко. Через 10 секунд возвращается в машину. Надеюсь, парни не слишком далеко. Божечки, куда они могли деться? Один человек уехал очень далеко. О, это, наверное, Юнги. Либо Юнги, либо Чонгук. Все верно. А, ну я думаю, что кто-то присоединится к нам во втором раунде. А, да. А, ну здесь нельзя оставаться. Тогда давайте оставим здесь сообщение. О, звучит отлично. Хорошая идея. А можно написать «Мы были здесь»? Нет. А нужно написать «Встретимся здесь на 4-м раунде». Потому что тот, кто приедет сюда на 2-й раунд, не сможет приехать сюда снова на 3-й. Именно. А, это справа. Замечает толпу, как только поворачивает направо. А я так и знал. Я так и знал. Все думают одинаково. Кто-то еще приехал. Это Намджун? Эй, Намджун! Я же сказал тебе поторопиться. Почему ты так долго? Все думают одинаково, да? Куда ты сначала поехал? К реке Хан. Я чуть не поехал в Лоти Ворлд. Я тоже, я собирался. И я. Потому что мне казалось, что кто-то точно поедет в Лоти Ворлд. Я реально собирался туда поехать, но потом... Но один человек еще в пути. Уверен, что кто-то поехал в Лоти Ворлд. Да, так и есть. Чонгук, мы прибыли. Ты выйдешь ненадолго? А, надо выйти? Да. Все мемберы доехали до своих мест. Первый раунд завершен. Все уже приехали?
А да. А не думаю, что кто-то в Чемсиле так быстро до туда не добраться. А времени хватило бы. Наверняка кто-то на Олимпийском стадионе. Не в Лотте Ворлд. Он немного далековато. Только не Лотте Ворлд. Как там снимать? Да, это наверняка Олимпийский стадион. Если кто-то сейчас в Лотте Ворлд, то он просто ищет внимание. Чонгук, первый раунд закончился. Правда, ты приехал последним. И не встретил здесь никого из мемберов. Все приехали. О, правда? А и никто не приехал к реке Хан? Обидно. Почему никто не приехал сюда? У нас здесь только воспоминаний. А Джей Хоуп, первый раунд закончен. О, правда? Не может быть. Ой-ой, я был слишком громким. А никто сюда не приехал? О, я в шоке. Обалдеть. Никто из мемберов не думал так, как я. Я в шоке. Что теперь делать? Ключевое слово второго раунда – обида. Что? Обида. Обида? Раунд второй, ключевое слово – обида. Обида? Обида? В смысле, я обижен? Обида? Почему ты обижен? Почему ключевые слова такие сложные? Смогут ли BTS найти друг друга? Смотрите в следующем эпизоде. А это была озвучка Джейку.